что на, было объявлено 4 апреля, что платформа для нашего проекта станет сайт информационного агентства «Семь новостей» www.7.ru. Вот буквально вчера уже готов такой мини-сайт. Найти его очень просто. Он находится в главной строке меню. Вкладка «Солярис». Если вы пройдете по этой вкладке, вы увидите полную развертку проекта, которая сделана учениками художественного училища. На наш взгляд, это очень красиво. Вы сами посмотрите. Если вас что-то не устраивает, и вы хотите внести какие-то свои изменения, пожалуйста, мы открыты и для этого тоже. И, собственно говоря, каждый может почитать и новости о проекте, и положение о конкурсе, которое уже действительно закалировано, скажем так, на информационном носителе. Кроме того, я еще раз хочу сказать для публики, которая сегодня здесь присутствует, что работы вы можете присылать по адресу solaris@konkurs.mail.ru. Контактное лицо тоже всем известно, это Ирина Борисовна Нечаева. И пожелать нам всем удачи, получать удовольствие от того, что мы в этом проекте находимся, и получить удовольствие от сегодняшнего вечера и от всех последующих мероприятий, которые, я надеюсь, будут для нас, для людей, которые здесь присутствуют, интересны, трогательны. И, может быть, благодаря Тарковскому этому проекту мы с вами обретем лица друг друга больших.